Францев, рядом со мной Константин Генич, и мы собрались здесь, чтобы посмотреть футбол. По-настоящему красивый футбол, хочу заметить. Сегодня Ростов встречается с ЦСКА. Смотрим состав Ростова. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим по итогу матча, принесет ли это его команде успех. И смотрим на состав ЦСКА. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Потерял он мяч, но кому он достанется? Атакующая комбинация ЦСКА. Сейду Думбия! Невероятное спасение! Угловой разыгрывают футболисты ЦСКА. Марио Фернандес! И удар головой. Опасный, трудный для вратаря, но не точный. Александр Гацкан. Мяч отобран чисто. Ну как, кто к нему успеет первым? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И этот штрафной может быть очень опасный. Не раздумывая, достает арбитр желтую карточку, и начало матча перестает быть томным. Да, вот такое вот у нас начало, и теперь обе команды... Этот штрафной опасности для вратаря не таил. Здорово реализуют моменты сегодняшние гости. И подошли они к этой встрече с рекордом лиги по забитым голам. И, конечно, попробовать свое звание одной из самых забивных команд в лиге в очередной раз подтвердить. В общем, я думаю, матч будет сегодня очень увлекательным и интересным. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Александр Бухар. Защита надежно играет. Мяч отобран. Сейду Думбия. Армейцы атакуют. Мяч летит в штрафную площадь. От углового флажка ЦСКА ведет мяч в игру. Голкипер отбивает мяч. Пас в штрафную. В этой атаке оборону пройти не удалось. Звучит свисток. Чуть-чуть, но в офсайде он был. ЦСКА в этом тайме не забивал. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Федор Кудряшов. Дмитрий Полос. Мяч отобран чисто. Ну как, кто к нему успеет первым? Это может быть опасно. Бей и выводи команду вперед! Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детской юношеской школе. Один защитник отыгран. Может получиться интересная атака. Удар! Думбия! Мяч в поле! Выбивал! Ушел мяч за боковую, ЦСКА вбрасывает. Хорошо, атака развивается. Удар нужен! Момент! Забивай! ЦСКА готовится исполнить угловой удар. Судья решил добавить 3 минуты. Итак, первый.
Перерыв окончен, и ЦСКА вводит мяч в игру с центра поля. Вагнер, Лав. Посмотрим за этой атакой. Выигрывает борьбу за... Мяч летит в сторону ворот. Да, это совсем не точно. А вот из последних новостей. Для кого-то, возможно, шокирующих. Месут Озил переходит в Барселону из Арсенала. Да, все так. Шумихи было много, но толку от этого никакого. Трансфер состоялся, и это главная новость. Теперь в атаке соперник. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Ищут они разные варианты для атаки. Думбия. В отличной форме игрок находится. Кстати, статистику уверенно сыграл вратарь на выходе. Марио Фернандес. Потерял он мяч, но кому он достанется? Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. И в зону атаки мяч переходит. Удар. Этот гол выводит их вперед в сегодняшнем матче. И совершенно не обязательно, как мы видим, бить изо всей силы. Действительно, главное сохранять хладнокровие и рассудительность. В итоге мы это и увидели в этом моменте. В первом тайме шла тактическая борьба, а во второй пришли, наконец, голы. Азмун. Это может быть опасная атака. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Сравнивать нужно! Тут вратарь надежно сыграл, пришлось прыгнуть, но мяч забрал. Пас пяткой, но его перехватили. Продолжает игрок владеть мячом. Тут может что-то получиться. Вагнер, Лав. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Терентьев. Грамотный пас, все по делу. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Удар нужен! Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Мяч летит в сетку. Опасно! Гол! Перевес в счете, следствие перевеса в игре. Инициатива, мяч, территория, количество опасных моментов. Все на одной половине поля. Ну и следствие всего этого на табло. Ну, вы знаете, просто-таки выдающийся гол забивает ЦСКА. Ну, ребята, ну как же так? Надо же страховать своего вратаря. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Терентьев. Атака остановлена, но кто получит мяч? Замену сейчас тренер хозяев проведет. Да, игрок готов уже выйти на поле. Хорен Баграмян. Острый пас армейцев. Хотел сыграть остроумно, да ошибся. А основное время заканчивается через 3 минуты. Вагнер, Лав. Сыграно жестко, но в рамках правил. Гацкан. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты.
Может получиться интересная атака. Ну вот и прозвучал финальный.